Что у меня в итоге в теплице с фитофторой? Что? Пролила, пропрыскала вот эти два куста. Вот этот и этот куст. Два куста помидора у меня заболели. Листья нижние убрала. Вон ствол голый. Но фитофтора, она не ушла. Может, это не фитофтора. Вот они, листья вялые, желтеют уже до макушки. Цветы на томатах есть. Вот они. Цветочная кисть. Жалко, но надо вырвать. Они какие-то закрученные. Макушка скрюченная. Чтобы не потерять урожай, я эти два удалю. Потому что пойдет на следующий томат. А здесь у меня еще плюс огурцы. Опасно оставлять такие больные огурцы.